Ребята, всем привет! Вы на канале «Страна и Гирляндия». И сегодня мы поиграем с кошечкой Анжелой. И сегодня у нас будет необычная серия. Ведь у нашей Анжелы собралось в гардеробе просто уйма новых красивых вещей. И пора ей устроить показ мод. Ведь Анжела у нас очень модная и гламурная кошечка. Сейчас наша красотка только примет ванну, сделает универсальный легкий макияж, ну и, конечно же, позавтракает и примется за задуманное дело. Итак, макияж мы будем делать, как я сказала, уже универсальный, чтобы подходил под все наряды. Поэтому мы взяли легкие розовые румяна. А также возьмем универсальную черную тушь. Так, один глазик уже накрашен. Переходим ко второму. Опля, и реснички готовы. Теперь выберем какие-нибудь нейтральные тени. Я думаю, эти серенькие будут в самый раз. Особо в глаза не бросаются, но очень делают выразительный взгляд. Ну и последний штрих – ярко-красная губная помада. Ведь красный всегда в тренде. А особенно он пользуется популярностью у модниц. Ну а так как глаза у нашей Анжелы зелененькие, то давайте немножечко добавим зелененьких теней, который подчеркнет еще больше выразительность глазок. Ну вот, теперь мейкап завершен. А теперь срочным образом нужно почистить зубки. Так, с зубками у нас уже полный порядок. Да, точно, зубки просто сияют чистотой. Ну а вот теперь можно приступать и к завтраку. Давайте по-быстренькому накормим нашу Анжелу какой-нибудь полезной едой. Например, овощным салатиком. Ну а на десерт давайте дадим ей тоже какую-нибудь полезную вкусняшку. О, надо же, а наша Анжела уже сыта. Быстро она сегодня наелась. После еды, как всегда, почистим ей зубки. А затем отправимся в гардеробную. Я думаю, вам, как и мне, не терпится начать примерять наряды. Но прежде чем начать, давайте на немножко выглянем на террасу. Ребята, а вы заметили, что наша Анжела находится в плохом расположении духа? Нужно срочно ее приласкать. Ну вот, совсем другое дело. А давайте еще взглянем на подарочек, в котором нашей Анжеле один кристаллик. Ну вот, теперь с чистой совестью можно отправляться в гардероб. И сразу же займемся прической. Сделаем ей сегодня прямые длинные волосы на одну сторону. Ребята, а вы напишите в комментариях, какая любимая прическа у вашей Анжелы. Ну а мы наконец-то переходим к примерке нарядов. Так, ну это можно сказать все повседневные вещи. Кроме, я бы сказала, платья в горошек. Оно хоть и давно находится в гардеробе у Анжелы, но до сих пор остается очень стильным и нарядным. Чем оно еще классное, так это тем, что можно менять цвет. Так, ну эти все вещи уже Анжела успела поносить. А вот, наконец-то, вечернее розовое платье, которое тоже заслуживает отдельного внимания. Кстати, в нем тоже можно изменить цвет. Можно сделать его черным, серым, желтым и сиреневым. Кстати, в сиреневом цвете оно тоже неплохо смотрится, но самое лучшее, я думаю, подходит ему розовый цвет. Мне оно нравится еще тем, что в наборе к нему идут перчатки и драгоценные украшения. Мини-платье с розами мы еще не купили, а вот черное вечернее платье в гардеробе у Анжелы уже есть.
И самое больше в нем мне нравится бриллиантовое колье. А вот и знаменитое гала-платье. Очень красивое платье с сияющими стразами. И шикарное голубое коктейльное платье. Но оно может оставаться не всегда голубым, а, например, можно сделать его серым, зеленым, коричневым или же черным. Но в голубом цвете оно кажется более нежным и нарядным. Уличный стиль, конечно, к показу мод ничего общего не имеет. А вот причудливый наряд мы сейчас посмотрим более детально. Причудливый он тем, что можно менять цвета верха и низа. Вот как сейчас. Топик у нас зеленый, а юбочку, например, мы сделаем синего цвета. А если сказать точнее, то сиреневого. В общем, вариантов просто уйма. А вы, ребята, в комментариях напишите, в какой комбинации этот наряд вам нравится больше всего. Ну а к этому наряду мы можем подобрать еще очки. Например, очки-сердечки отлично подойдут, а также летние очки, в которых, к слову, мы можем менять цвет линз. Они могут быть обычными или, к примеру, сиреневыми, коричневыми или же желтыми. По-моему, необычный желтый цвет очень классно смотрится. Так, ну долго на этом мы останавливаться не будем. И продолжим примерять наряды дальше. Потрясающее желтое вечернее платье. По-моему, оно идентичное с голубым и отличается только лишь по цвету. А вот и коротенькое платье для вечеринки, которое очень прикольное, ведь в нем тоже можно менять цвета. Например, его можно сделать нежно-сиреневым или ярко-еловым цветом. Отлично также оно смотрится черным, оранжевым и нежно-голубым. К этому платью можно подобрать различные прически. Например, я думаю, красиво будет смотреться каштановые волнистые волосы или длинные светлые волосы. В общем, вариантов просто не перечесть. Вау, какое бриллиантовое платье, которое предстоит нам еще купить. А вот и знаменитый наряд ниндзя, в котором, кстати, мы тоже можем изменить цвет поясочка и ленточек. А вы заметьте, наряд все тот же, и стоит только лишь изменить некоторые детали, как он сразу же начинает смотреться по-другому. И так как у нашей Анжелы сегодня зелененькие глазки, то пусть этот наряд остается в зеленом цвете. Ну а мы движемся дальше. Просто потрясающий наряд Клеопатры. А вот свадебное платье невесты, о котором так мечтала Анжела, нам еще предстоит только купить. И наконец-то наряд красной шапочки. Хоть этот наряд и называется красным, но на самом деле он может быть сиреневым, нежно-розовым, ярко насыщенно зеленым или же оранжевым, сереньким и голубеньким. И я думаю, сегодня мы оденем Анжели именно этот наряд. Вау, и как же мы могли забыть про наряд феи? Самый нежный, восхитительный наряд в гардеробе Анжелы. Я бы даже сказала, что он самый волшебный. И как всегда, цветовая гамма этого наряда очень разнообразна. И выделить какой-либо один цвет очень сложно. И в каком бы цвете этот наряд не был, он просто потрясающий. Ну вот, кажется, и все вещи, которые мы могли примерить. И как вы, наверное, успели заметить, еще много вещей предстоит Анжеле купить. Но это все еще впереди. А сейчас давайте оденем нашу Анжелу в наряд красной шапочки. И сделаем мы этот наряд в нежно-розовом цвете.
И, естественно, к нему нам нужно будет немножко изменить внешность Анжелы. Давайте сделаем ей розовые глаза, а также подправим немножко макияж. Черные реснички перекрасим в ярко-розовый цвет. И, конечно же, перекрасим тени. Для этого возьмем розовые мерцающие тени и накрасим ими веки Анжелы. Ну а чтобы макияж казался более ярким, возьмем сиреневые тени и подкрасим ими уголочки глазок. Ну вот, так, я думаю, значительно лучше. А ведь у Анжелы есть еще и губная помада розового мерцающего цвета. Ну вот, такой сегодняшний розовый образ нашей Анжелы. Еще, конечно, мы можем снять капюшончик и выбрать прическу. Неплохо смотрится хвостик или длинные каштановые волосы, а также отлично подойдет сюда прическа-шишка. Также неплохо смотрятся рыжие волосы и волосы на одну сторону. А вы, ребята, поделитесь в комментариях, какой сегодняшний образ вам понравился больше всего. А также пишите свои предложения, какой наряд одеть Анжеле в следующий раз. А тем временем наша Анжела рассматривает подарочек, которым ей попалось волшебное зелье. А между прочим, наша Анжела с этими примерками немножко подустала, и пора готовиться ей к отдыху. И пока мы Анжелу будем готовить ко сну, для вас, ребята, прозвучат приветики. И первым звучат приветики именинницам Кире Тупицыной, Татьяне ТВ и Юлечке Бортниковой. Также приветик Настюхе Мур и Вике Пархачевой. Еще приветик Лине Ангелине, Фоксу Мира, Камиле Сайченко, Каролине Шуваловой, Анне Кольцовой и ее братику Антону. Огромный приветик Даниэле Фрост, Сидельниковой Веронике, Дарье Ярошенко и всей ее семье. Также приветик звучит всей семье Мусаевых, Сонечке Трифоновой, Насте Олейник, Артему Близниченко, Коевой Полине и Кристине Ильиной. Большой-пребольшой приветик Денису Юдину, Веронике Малининой, всей семье Груздевых и семье Давлетзяновых. И, конечно же, приветик Наталье Алпатовой, Савелюк Милане и Даше Шинко. И на сегодня, ребята, прозвучали все приветики, а наша Анжела уже в кроватке. Давайте ее перед сном приласкаем и пожелаем спокойной ночи. А вы, ребята, обязательно пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь, кто еще не подписался, ведь на нашем канале всегда выходят новые и интересные видео.